Операция «Нетрезвый водитель» в Ульяновске не обошлась без погонь и интересных казусов. В прошедшие выходные в Заволжском районе прошла профилактическая акция, направленная на пресечение случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К слову, сотрудникам госавтоинспекции пришлось изрядно попотеть. Например, один из нарушителей умудрился не только сесть за руль под шофе, но и попытаться на своей машине скрыться от патруля. Когда мужчина понял, что это ему не удастся, оставил свое транспортное средство и убежал в лесопосадку. Давай хотя бы ради интереса посмотрим, сколько у меня. Сколько я сегодня выпил, блин. Ой, пиво, наверное, пиво. И водочку. Водочку замечательную. 1,105. Видите, у нас допустимо 0,16 миллиграмм на литр. Напомним, что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе. А вот другой изрядно выпивший гражданин убегать от правосудия не собирался. Спокойно сел в машину к инспекторам, правда, требовал адвоката. И утверждал, что он никуда не ехал, а просто сидел в машине. Вы меня не оставили, машина тормознутая, вы подошли, машина стояла. Только дунуть в алкотестер ему удалось с 8-й попытки. По итогам операции были задержаны 49 водителей, управлявшие машиной в состоянии алкогольного опьянения. 4 из них были задержаны за подобное правонарушение повторно. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.